Я думаю, что вы читали мои публикации, как я уже озвучила. Первую публикацию я опубликовала под названием «Признаки традиционного урока», то есть по каким признакам мы можем определить, что наш урок традиционный, что мы работаем в этом традиционном классе. Дело в том, что когда с использованием КТ, стали мы называть инновационными уроками те, на которых применялись какие-то ИКТ-инструменты. Допустим, интерактивная доска была задействована, или ученики в какой-то момент шли в компьютерный класс, или они использовали свои смартфоны. И такой урок называли инновационным. Но на самом деле, коллеги, это по-прежнему тот же самый, по вот тем признакам, которые я писала, это по-прежнему тот же самый традиционный урок, только теперь используются на этом уроке технологии. То есть некоторые инструменты, например, моя меловая доска, она заменилась интерактивной доской. Принцип работы остался тот же самый. По-прежнему в центре стоит учитель, руководит процессом учитель, и там есть еще ряд признаков, и это говорит о том, что мы работаем в этом традиционном классе. Вот как нам от него уйти? Вот прежде чем мы с вами начнем обсуждать вот именно как от него уйти, как осуществлять этот переход, я вам задам сейчас вопрос, коллеги. Вот скажите, если вы придете на урок к учителю, вы будете смотреть урок учителя, как вы определите, это был урок традиционный, а вот это был урок, да, вот это видно, что здесь уже был применен другой подход, отличный от традиционного, что этот урок действительно соответствует новым образовательным стандартам. Здесь учитель применял иной подход. И мы с вами, давайте, чтобы не путаться в определениях, давайте мы будем называть вот традиционный класс, это то, от чего все хотят как бы уйти, а вот то, куда мы хотим уйти, давайте мы с вами сейчас будем просто называть класс инновационный. Его называют школа 21 века, класс 21 века, урок 21 века, новая педагогика и так далее. У него очень много названий. Мы с вами сейчас будем просто называть, пусть он в нашем контексте будет класс инновационный, допустим, традиционный урок, инновационный урок. От традиционного мы уходим, к инновационному мы приходим, но он может быть совершенно разный. То есть исходная точка одна, но идти мы с вами можем вот так, и это мы все попадем с вами в инновационный урок. Так вот, смотрите, вот перед вами два урока. Один вы посмотрели и сказали, ну, это да, это был, конечно, урок традиционный. А другой вы посмотрели и сказали, вот это тот урок, вот это тот подход, как мы должны вот сейчас в 21 веке работать. Вот это инновационный был урок, инновационный учитель. Вот, коллеги, назовите мне вот эти признаки, которые вам скажут, что этот урок был нетрадиционный. Вот перечисляйте, а я сейчас для себя даже буду их чирикать. Я посмотрю, какие вы мне ключевые слова предложите. Вот предлагайте любые варианты, представьте, как вы видите. Так. И вот я бы хотела, сейчас я буду читать ваши ответы, что вы тут написали, коллеги. Так, это Виктория написала, здесь четкий этап, и дети сидят в паре, больше работают фронтально, традиционный. Да, это вы про традиционный написали урок. Так, по вовлеченности, активности я это увижу. Значит, я пишу первое ключевое слово, наш ученик активен. То есть активен, он вовлечен, активен. Все, написала себе ключевое слово. Хорошо, наш ученик активный на уроке, он вовлечен. Так, далее. Форма урока. Вот тут Наталье надо пояснить, что это значит. Так, хорошая обратная связь, формативное оценивание. Так. Сейчас вот дайте я подумаю. Это можно, в принципе, сюда. Дело в том, что мы можем умудриться использовать инструменты обратной связи и в традиционном уроке. Вот попробуйте подумать, что нам вот именно наглядно, вы вот этого вот видите, вы даже, может, и таких слов, как формирующее оценивание, то и не знаете. А вот вы просто видите, и вот какое-то, знаете, интуитивное чувство вам подсказывает, что вот здесь что-то происходит совсем другое вот на этом уроке. Вот что это, коллеги. Давайте, я смотрю дальше. Так. Про оценивание вы пишете, ну, потому что вы все педагоги, вы-то в это хорошо разбираетесь. Так, учитель не главный на уроке, замечательно. То есть у нас учитель у нас не в центре, да, так, он у нас не руководит. Хорошо. Записала. Так,
По Блуму, ну вот, Сауля, это вы педагоги. Давайте так, как будто бы мы не педагоги. Давайте так, будто бы мы не знаем. Так, интерактивная доска, самостоятельная работа, исследовательская работа. Так, вот смотрите, вот я сейчас, давайте, знаете что, вот относительно самостоятельной работы, исследовательской работы, знаете, как я сейчас это назову, какое ключевое слово я вам подберу? Я сюда, пожалуй, подберу слово «саморегулируемый ученик». Вот я сюда такое напишу. Если у нас учитель не главный, соответственно, у нас фокус переносится на нашего ученика. Он становится тем, кто ответственен за свое обучение. Он становится тем, кто учится, кто исследует, кто открывает для себя. Он активен, и он самостоятельно умеет учиться. У этого ученика должно быть такое умение, которое называется саморегулирование. Иначе ему просто-напросто с этим не справиться, с такой работой. Поэтому это ключевое слово я сюда написала. Хорошо. Так, рефлексия, обратная связь. Я, наверное, вы знаете, давайте я рефлексию, обратную связь отнесу, наверное, к тому же самому ключевому слову, которое называется активный ученик. Потому что если наш ученик на уроке активен, нам от него, безусловно, понадобится какая-то обратная связь. И мы в любом случае будем задавать какие-то наводящие вопросы или использовать инструменты обратной связи или рефлексию и так далее. Поэтому я, пожалуй, вот эти самые инструменты отнесу, давайте, к активности. То есть наш ученик активный. Так, перевернутый класс. Перевернутый класс – это тоже, это все название. А вот как мы увидим? Вот представьте, что, например, на урок пришел родитель, который не знает всех этих у нас слов, которых мы с вами знаем, и этих понятий, и хочет увидеть. Дети работают самостоятельно, учитель направляет, корректирует. Вот, учителя у нас еще, вот есть одна теперь роль. Он у нас не главный, учитель тот, кто направляет. Очень хорошо. Так, пишу тогда новая роль учителя. Учитель направляет. Замечательно, замечательно. Так, учитель-фасилитатор, да. Так, дети сидят группами, используют проектные технологии, больше практической самостоятельной работы. Вот сидят группами, друзья, записываю ключевое слово «совместная работа». Совместная. И вот смотрите, вот совместная работа, друзья, здесь очень один интересный момент. Мы... Вот работать совместно надо уметь. То, что мы еще сидим, работаем в группах, это не значит, что мы умеем работать. И ученикам это дается сложно. И что там уж греха таить, это и взрослым коллеге дается сложно. Потому что совместная работа – это умение, работая в команде, работая совместно, обучаться самому за счет ресурса другого человека. Если я вот в этой теме, у меня какой-то момент проседает, я не понимаю этот вопрос, я не умею с этим справиться, не умею решать это, то работая вот с этим человеком, который больше меня в этом разбирается, или чуть больше меня в этом разбирается, я учусь как бы за его счет. Ну, не потребительски ни в коем случае, а именно вот в ходе этой совместной работы я за счет этой работы, я тут уже повторяюсь, сама обучаюсь или сам обучаюсь. Вот это вот совместная работа, и ей надо учиться. Потому что у нас ученики иногда совместную работу воспринимают, как сели в группах, ты реши, я перепишу. Это не совсем совместная работа. И я вот, кстати, коллеги, сейчас немножко отклонюсь от темы. Я была в начале, нет, не в начале, да. В середине января я была на конференции в Тарту, и вот там тоже поднялся вопрос об организации вот этой совместной деятельности, совместной работы, что студентам, там шел о высшем образовании вопрос, что студентам дается это непросто. И действительно, в группах так получается, что два человека работают, один выпадает. Один человек работает, два сидят, смотрят, как он работает. И вот одна преподаватель встала и в зале сказала, что она эту проблему решила другим способом. Она поменяла группировку, она поменяла... понятие, определение поменял. Она перестала называть это групповой работой, она стала называть это вот это collaborative learning. Ну, наверное, на русский язык это и будет совместная работа. То есть она им сказала, что у нас больше нету group work, у нас теперь collaborative learning. Все, мы теперь с вами просто учимся таким образом. И она сказала, что с ее студентами это сработало. Вот просто поменяли формулировку. А, вот я хотела слово формулировку сказать. Коллеги, я только что отвела лекцию на эстонском языке, так что у меня речевой аппарат на русский сейчас будет постепенно перестраиваться. Она поменяла просто эту формулировку, и
вуаля, на студентов это сработало магическим образом. Вот групповая работа, совместная работа, разные вещи. Итак, хорошо, это я отклонилась, я читаю дальше ваше. Урок без домашки. Ой, как я рада, что такую инициативу «Урок без домашки» выдвигают учителя. Обычно это дети хотят или родители. Замечательно. Но вообще, в принципе, друзья, вот если ученик на уроке активен, вовлечен, мотивирован, самостоятельно работает, думает, напрягается, прилагает усилия, то, в принципе, он свою работу выполнен. И тогда действительно в домашней работе уже нет такой необходимости, потому что работа состоялась. Самостоятельная работа состоялась на уроке. У него была возможность попробовать свои силы, у него была возможность выявить, в чем он не разбирается, у него была возможность задать вопрос соседу, задать вопрос учителю, у него была возможность поработать вместе с учителем, организовать такую личную консультацию для себя на уроке. Это возможно. Так, мотивация детей, да. Ну, это тоже я, наверное, отнесу вот к тому, что они у нас активны, потому что когда они активно вовлечены, как правило, за этим стоит все время какая-то мотивация. Так, видеорешение, примеры, снятые учениками. Это вы уже какие-то конкретные тоже предлагаете решения. Хорошее слово, Кристина пишет, саморегулируемый. Мне нравится. Мне оно тоже нравится. Оно очень. Я даже не знаю, правильно ли я его перевожу с эстонского языка. Я его знаю, как оно на эстонском. И я его вот так вот пытаюсь дословно перевести на русский. Но я надеюсь, что я попала все-таки в правильное определение. Итак, публичная форма общения. Ирина, я не поняла, что это. Так, урок вне классной аудитории. О, кстати, да, действительно, то есть среда, давайте я запишу так, среда, вот, хорошая. Так, среда, ага, и графикация. Друзья, давайте тогда, я вот не буду вот этих вот слов, как и графикация, перевернутый класс, давайте я добавлю одно ключевое слово, под которое его, они туда все попадут. Я добавлю, наверное, может быть, креативность или творчество, потому что вот те сценарии, которые вы предлагаете, они позволяют реализовать вот именно эти ключевые моменты и сформировать эти компетенции. Давайте я так и напишу. Креативность, например. Креативность, творчество. Угу. Хорошо. Замечательно. Итак, мне кажется, у инновационного урока бывает продукт. Ох, какая интересная мысль. Да, да, тут я, пожалуй, даже могу и с вами согласиться. Сценарии, конечно, могут быть разные, но в принципе, да. Гибкая структура урока, безусловно, она у нас будет, это гибкая, знаете почему? Потому что если мы говорим о том, что ученик у нас активен, он у нас саморегулируемый, он учится своим темпом, то действительно структура урока моментально становится гибкой. Уже четкую, жесткую структуру, конкретные этапы уже задать здесь более сложно. Так, далее. Когда он активно вовлечен, он сам делится мыслями, обратная связь автоматически идет. Кстати, это очень важное замечание, Кристина. Действительно, вот в тот момент, когда он активно вовлечен, и он начинает комментировать свое задание, вот в этот момент мы и видим, как наш ученик думает, как наш ученик мыслит, и где, например, в каком моменте, допустим, он может ошибаться. Вот у меня дома двое школьников, и одна из них второклассница. И вот вы знаете, у нас с ней, с этой второклассницей уходит много времени на то, чтобы она делилась с нами своими мыслями. Вот она, например, что-то решает, но не будет объяснять, почему, например, этот ответ или не этот, почему она так решила, а не как-то иначе. Вот для нее это как-то трудно. Мы еще даже сами для себя не поняли, почему. Вообще для нас вот этот наш второклассник, друзья, это самый большой педагогический вызов. Юрий сказал, что за всю свою жизнь у него большего вызова не было. У него были всякие ученики, всякие разные. И под каждого мы находили какие-то такие, знаете, педагогические хитрости. И удавалось этих ребят и вовлечь, и с ними работать. И вот теперь наш собственный ребенок. Просто огромный вызов. Мы смеемся с Юрией, что когда мы найдем мы к ней подход, то, наверное, напишем статью, правда. Но сейчас я делюсь активно в Инстаграме тем, что я для нее делаю. Я снимаю сторис в Инстаграме, я их сохраняю. Так что вы можете, если у вас есть Инстаграм, коллеги, найдите меня в Инстаграме, подпишитесь, вы будете следить там за нашим сериалом просто-напросто, тем, как мы работаем с нашим ребенком. Итак, мы делимся мыслями, идет обратная связь. Опережающее обучение, кстати, это тоже хорошая мысль. Это вы уже прямо вот сейчас наводите меня на курс «Секрет рабочего листа», потому что там тот же принцип заложен. Так, инструкции четкие для групп есть, взаимооценивание, коммуникация, диалоговое обучение. Работать совместно надо учить. Я много раз видела, как учителя бросают свой
Тут, наверное, ограничение на комментарии. Кристина не до конца дочитала ваш комментарий. Работает в команде, учитель-менеджер. Так, решение конкретных проблемных ситуаций. Ученик сразу видит, где он применит полученные знания. Так, у меня это главное. Раскачиваю детей, чтобы они объясняли все. Над доской висит напоминалочка-плакат. Вот с этим напоминалочки-плакаты я, например, вот тоже слежу и за вами, Кристина, в Инстаграме, и за западными коллегами. И мне безумно нравятся вот их эти напоминалочки. Красивые такие, с дизайнерской точки зрения, прекрасно оформленные плакаты, на которых есть какие-то такие напоминалочки. Итак, да, все верно. Учить критически мыслить на уроке. Все, замечательно. Вот, коллеги, смотрите, что мы с вами сейчас сформулировали. Мы с вами сейчас определили несколько ключевых слов, которые связаны с тем, как, которые связаны с определением, или как с определением, да, ключевых моментов, связанных с инновационным уроком. То есть то, какой урок должен быть. Смотрите, что у нас получается. Наш ученик активен. Учитель у нас на уроке не главный, фокус не на нем. Ученик у нас саморегулируемый. Задача учителя его направлять. На уроке организована совместная работа. Важна учебная среда, как физическая, как виртуальная, потому что обучение может происходить и вне классной комнаты. И есть место для креативности, для творчества. Под креативностью я здесь подразумеваю, почему я так отдельно сказала креативность и творчество. Потому что под креативностью я здесь подразумеваю умение нестандартно мыслить, умение найти нестандартное решение, умение предложить какое-то инновационное решение, какую-то оригинальность какую-то внести и так далее, проявить себя, и в том числе, конечно же, и какие-то творческие задания. Вот это мы говорим про наш инновационный урок. Вот если мы сейчас с вами возьмем и на каждое то слово, которое я перечислила, придумаем, сейчас по-эстонски знаю, сейчас по-русски скажу, противоположное слово, вот представляете, забыла, как это называется, ладно, противоположное слово, то мы с вами получим наш традиционный урок, мы получим то, от чего мы должны уйти изо всех сил. Это антоним, спасибо. Итак, смотрите, ученик на уроке активен. Что мы имеем в традиционном уроке? У нас ученик на уроке в пассивной роли, в такой в роли немножко даже потребителя, потому что все готовое знание ему передает учитель. Его задача просто сидеть из урока в урок. Далее, учитель на уроке не главный для инновационного урока. Что мы имеем в уроке традиционном? То, что, конечно, у нас главный учитель. У нас учитель руководит абсолютно всем процессом. Все внимание на нем, он в центре, он задает темп, он руководит инструкциями, он говорит, когда кто будет отвечать, какую страницу открыть, куда какое слово записать и так далее. В центре у нас стоит учитель. И темп учителя учитывается в этом традиционном классе, а не ученика. Если кто-то выпадает, а когда, потому что на каждом уроке, конечно же, бывает, что всегда кто-то выпадает по разным причинам, то он отстает, потому что темп задается учителем, совсем другой. Ученик у нас в инновационном классе саморегулируемый, какой мы антоним найдем для нашего традиционного урока, это, конечно же, это ученик зависимый, это ученик, которым управляет учитель. И вот вы знаете, мы же все-таки в классе, коллеги, вот если мы долго работаем в этом традиционном классе, мы имеем вот эту вот картину, у нас зависимые ученики в классе. И если мы резко совершаем вот этот переход, перевернутый класс, или мы организовываем исследовательское обучение с ними, даем им открытую задачу, то мы сталкиваемся с тем, что наши ученики не знают, что делать с этой свободой. Вот вы даете им задачу и 45 минут времени. И скорее всего, что они с этим, вот если они вот все время работали в традиционном классе, что они с этим не справятся, потому что у них нету вот этого вот умение регулировать свою собственную деятельность, умение поставить вопрос, умение найти ответ или, по крайней мере, пытаться найти ответ, предложить какие-то решения навскидку. У них этого еще нет, потому что ими всегда управляют, им всегда говорят, что нужно делать, как это в анекдоте, копать от забора и до обеда. Да? Но вот они привыкли, что они работают именно по такому регламенту, и когда вдруг резко какой-то оказывается перевернутый класс, а у них очень формальный подход к учебной работе, то ничего не получается. Ничего не получается, потому что вот именно для того, чтобы этот класс инновационно совершился, у нас должен быть ученик немного другой. Не немного, на самом деле много другой. Итак, следующее ключевое слово. В инновационном классе задача учителя направлять, поддерживать.
оказывает индивидуальную помощь, поддержку, то, соответственно, у нас в нашем традиционном классе учитель, задача учителя контролировать, направлять, передавать какие-то знания, информацию и так далее. В инновационном классе у нас совместная работа идет с учениками, класс традиционный, она всегда индивидуальная. Ученик всегда, за партой он один, разговаривать, как правило, нельзя на уроке. Почему нельзя? Потому что ты же мешаешь просто-напросто учителю, ведь учитель в это время объясняет материал, ты можешь прослушать и другому человеку помешать и так далее. Поэтому работа, как правило, индивидуальная всегда, и даже когда они задания решают, точно так же они решают это индивидуально, не совместно. Меня тут недавно... Дочь даже сказала, что в классе она общалась со своей подругой из параллельного класса, и та удивилась, что вот Эвелин во время урока может спросить у соседа, например, как он решал, у них разные учителя, и она сказала, что да ты что, так ни в коем случае нельзя, я там втихаря смотрю за его решением, как, у вас что, учитель спокойно на это реагирует, что ты спросила, как он решил, вот это да, такого быть не может. Итак, далее, следующее у нас, значит, креатив, если мы берем креатив и творчество в инновационном классе, то, как правило, тогда в нашем классе традиционном это такие типичные задания, да, типовые их называют, не типичные, типовые задания, ну, на то, чтобы отработать навык, это, конечно же, зубрежка, чтобы запомнить максимально какую-то информацию, а затем ее передать, воспроизвести. И, ну что, такая рутина, давайте назовем, наверное, это такой рутина немножко деятельности. И так повторяется у нас из урока в урок. Вот смотрите, вот, коллеги, если уже посмотреть на вот эти вот ключевые слова, связанные с традиционным уроком, то, по сути, мы уже получаем для себя подсказки, что нужно сделать для того, чтобы от него уйти. Если наш ученик на уроке сидит большую часть времени, слушает нас, смотрит нашу презентацию, слушает наше объяснение, не проявляет себя никаким образом на уроке, значит, нам нужно задаться вопросом, как же сделать так, чтобы этот ученик теперь стал активен. Если мы задаемся вопросом, как сделать так, чтобы ученик должен быть активен на уроке, то мы должны понимать, что с открытой задачей сразу же сейчас вот резко он у нас не справится. Значит, нам нужно подумать, каким образом организовать ему систему поддержки, как я могу ему помочь на уроках. И вот тогда у нас и встает вопрос о том, что нужно организовать совместную работу. Тогда мы уже думаем о том, что тогда, когда они будут работать совместно в небольших группах, у учителя будет возможность подходить и оказывать индивидуальную какую-то поддержку, помощь, например, каждой группе. Тогда мы приходим к тому, что у нас должны быть разработаны какие-то учебные материалы, с которыми наши ученики будут работать. Причем это могут быть материалы разного рода. Я не говорю сейчас даже обязательно про учебник или рабочую тетрадь. Эти-то материалы у нас всегда есть из урока в урок. Это же может быть какая-то деятельность совершенно отличная от заполнение тетради. Это может быть деятельность, связанная непосредственно с работой с какими-то физическими объектами, с бумагой. Вот, например, сегодня я работала со своими магистрантами, это будущие учителя математики, некоторые уже действующие учителя математики. И вот, по сути, тема нашей сегодняшней с ними встречи, лекции, назовем ее так, хотя формат был не лекционный, вот она тоже была посвящена именно организации учебной работы на уроке математики, вот по этим, вот по тем самым вот ключевым словам инновационного урока, который мы с вами записали. И ребятам был предложен учебный материал, который я разработала. Это вот тот же самый учебный материал, которому я учу, к слову, на курсе «Секрет рабочего листа» учителей. Вот им был раздан этот учебный материал, они его выполняли в электронном виде, его можно и распечатать, там нет никакой разницы. И 45 минут вот они работали вот с этим уроком, с этим учебным материалом, который касается темы математики 8 класса. Вот они работали в роли учеников. И вот самое первое задание там для них, которое было предложено, это как раз-таки была деятельность, связанная с вырезанием, складыванием, с измерением. И многие сказали в конце, когда мы уже анализировали эту деятельность, они сказали, что это задание было для них самым интересным. И это не только для них, это все-таки взрослые люди сидят, студенты сидят. А некоторые, как я уже сказала, и в школе работают. То есть это люди, которые старше меня там есть.
А детям это интересно тем более. Более того, некоторые дети только вот через такую деятельность и способны понять эту тему. А тема была, коллеги, сейчас скажу, подождите, я ее же на эстонском знаю, а вот как на русском-то я и не знаю. Друзья, я вам не скажу, как правильно она, представляете? Умножение двучленов, все, вспомнила. Перемножение двучленов. И вот, друзья, вот у этой темы, казалось бы, что там формула есть, как проводится традиционный урок математики. Вот формула перемножения двучленов. А плюс b умножить на c плюс d. Вот мы ее раскрыли, пошли работать по этой формуле, теперь решаем примеры. Вот это традиционный урок математики. Нетрадиционный, инновационный, это когда ученики не знают эту формулу, не знают такого названия, они начинают вот вырезать, они начинают склеивать, они начинают находить площади, они начинают находить какую-то закономерность, они проверяют себя сами для того, чтобы понять, что они не ошибились, потому что учитель не всегда успеет обижать весь класс, посмотреть, как ребята продвигаются, у кого-то темп, например, слишком быстрый, а у них есть все необходимые инструменты для того, чтобы проверить себя, не нужно каждый раз подзывать учителя. Они сами с этим работают, сами справляются. Вот отсюда так постепенно и развивается вот эта саморегулируемость. Сначала мы ее поддерживаем, а потом они просто приобретают вот этот вот способ работы, способ действия осваивают новый, они учатся таким образом сами работать самостоятельно. И вот затем они постепенно и приходят к этой формуле и приходят к тому, что они продолжают, начинают решать вот те же самые примеры. Только уходят на это в два раза больше времени, потому что когда мы это делали в восьмом классе, на это ушло два урока. Если бы учитель объяснял эту тему сам, то, я думаю, у него ушло бы, конечно, гораздо больше времени. Во-первых, эту формулу объяснить совсем времени не надо. Один раз объяснил, один раз пришел пример, это уже 5 минут, а остальное время тогда решают они. Но осмысленности, когда ребята работают именно таким образом, осмысленности у такого урока и у такого учебного процесса гораздо больше.